С вами Павел Лохнин. И я хочу поделиться с вами великолепной, замечательной, суперистической новостью. Я стал эндорсером топовых турецких тарелок Симмерна. Это новый бренд. Да-да-да, я знаю, никто из вас, ну, может быть, там процент из вас в курсе, кто это такие, но большинство, уверен, абсолютно не в курсе, кто это. И специально для них будет следующее видео, в котором я подробно расскажу об этом производителе. Вот, сейчас же я вам просто скажу, что это топовый турецкий производитель, который произвел на меня максимальное впечатление. Потому что, ну, я играл на огромном количестве разных тарелок, у меня очень много всего было, и я, ну, не побоюсь такого слова, я разбираю звуки, я определенно в чем-то эксперт, и, наверное, в этом тоже. Вот. Да ладно, стопудово. Вот. И я был очень-очень сильно ими впечатлен. Это очень достойные тарелки, которые абсолютно однозначно должны присутствовать на нашем российском рынке. Это более чем достойная замена уходящим с нашего рынка брендам, таким как Meinl, Paiste и прочим. В общем, я могу долго вам рассказывать историю своего знакомства с тарелками Симмерна, но на самом деле я не буду тянуть и слишком уж много об этом рассказывать, потому что все очень просто. Я был в жюри в четвертый или в третий раз на самом крупном барабанном конкурсе в России, который называется Drum Wave, и там в этом году были представлены, точнее уже в прошлом, были представлены тарелки этого бренда. Я никогда о нем до этого не слышал, послушал и влюбился. Очень они мне понравились, и как-то мы с ними договорились сразу же на совместное сотрудничество. Вот, потому что я лично, как музыкант России, я хочу, чтобы эти тарелки были представлены на нашем рынке, ибо они достойны, ибо они круты. А сейчас, чтобы, в общем-то, не быть голословным, давайте послушаем, как они звучат. Сразу же предупреждаю, что это не мой сет, то есть я сейчас играю не на тех тарелках, которые окончательно потом ко мне придут, потому что они все еще делаются под меня, по моему спецзаказу готовятся и так далее. Вот. Поэтому сейчас будет скорее околосерийные модели, вот у меня будут немножко кастомные, но это не значит, что они будут лучше или хуже, они просто будут другими, такими, как конкретно я хочу. Вот. А у меня есть свои особые предпочтения. Но да, давайте наконец послушаем.
Что ж, я уверен, что они вам понравились так же, как и понравились мне. Если не понравились так же, то пересмотрите, пожалуйста, отмотайте назад и еще раз очень внимательно послушайте. Они звучат очень круто, они звучат топово и стоят, что самое главное, не самых больших денег, а даже вполне себе подъемных, да, даже, я бы сказал, приемлемых. В общем-то, даже недорого, скорее даже дешево для такого звука. Это очень круто, очень хорошая цена на такие тарелки. Хочу сказать, что, конечно же, вы теперь можете купить эти тарелки у меня. Вот на моем, собственно, интернет-магазине Toustix Music Shop. Вот, пока он есть только в ВК, скоро еще будет непосредственно и просто отдельный стендалон сайт. Так что все ссылки есть под описанием видео. Ладно, с вами был Павел Лохнин. Всем удачи, пока.